Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Подержите-ка это. Конечно. Поправьте, если ошибаюсь. Мы стоим лицом на север? На север? Видите ли, не берусь сказать без компаса. Простите, вы путешественница? Нет, ищу Эйфелеву башню. Боже, опять она потерялась. Или вас интересует вид? Башня меня интересует с технической точки зрения. Технической? В этом, боюсь, я вам не помогу. Видите ли, парижанин поднимается туда лишь для того, чтобы кинуться вниз. И как долго он летит? Вы не поверите, в прошлый раз я прыгал без секундомера. Значит, говорите, Эйфелева башня. Попрошу ваш палец. Зачем вам мой палец? Потому что своим тыкать неприлично. Прошу, Эйфелева башня. А где мы? Где мы? Так, где же мы? Вот где мы. Здесь вы, а здесь я. Чувствуете? Меня интересует лишь кратчайшее расстояние. А вам нужен флирт? Не то чтобы нужен, но это естественно. Не стоит. Понял. Объясните, является ли ваше отношение ко мне типичным для местной морали? Мадемуазель, это отношение сделало Париж тем, чем он является. Вы так уверены в себе? В последнее время ничто моей уверенности не поколебало. Я слышала о санкциях капиталистического общества. Уверенность им придает привилегированное финансовое положение. Русское. Обожаю русских. Товарищ, вашим пятилетним планом я восхищаюсь вот уже 15 лет. Такие, как вы, скоро исчезнут. Мне нужен Михаил Семенович Иранов. Я Михаил Семенович Иранов. Нина Ивановна Якушева, спецпредставитель с личным поручением товарища комиссара Разинина. Представьте своих коллег. Товарищ Бульянов. Товарищ. Товарищ Копальский. Товарищ. Какая прекрасная мысль прислать нам товарища женщину. Если бы мы знали, встретили бы вас с цветами. Мой пол никакой роли не играет. Мы здесь на работе. И не будем терять время. Идемте. Носильщик, прошу. Что вам? Ваши вещи, мадам. Зачем? Он носильщик, хочет поднести. Зачем? Зачем вам носить чужие вещи? Это моя работа. Это не работа, а социальная несправедливость. Зависит от чаевых. Позвольте. Нет, спасибо. Вот ваш номер, товарищ Якушева. Надеюсь, вам понравится. Какая часть комнаты моя? Товарищ, здесь особые порядки. Комнаты по частям не сдают. Пришлось взять весь номер.